Филиал Брестского государственного технического университета, Пинский индустриальный педагогический колледж. Учреждение образования с историей длиною в 67 лет. Здесь готовят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных работать и творить. В 2020 году трудовой коллектив плодотворным трудом и высокими показателями в работе встретил юбилейный 65-й год со дня своего основания. Колледж трижды за последние 5 лет заносили на доску почета Пинска среди учреждений профессионально-технического, среднего, специального и высшего образования. Колледж обладает сегодня 2 учебными корпусами, 2 общежитиями, учебно-производственной мастерской, учебный полигон, на котором расположены автодром и трактородром. Сегодня мы гордимся своими достижениями. На протяжении последних 5 лет колледж трижды заносился на городскую доску почета. Также в колледже имеется прекрасная материально-техническая база для проведения досуга учащихся. Это столовая на 85 посадочных мест, большой спортивный зал, актовый зал на 650 посадочных мест. Очень качественно проводятся у нас учебные занятия. Наш коллектив высококвалифицированный, профессиональный. Все преподаватели имеют большой и огромный опыт работы. В колледже живут одной большой и дружной семьей, равнодушных, профессий, учащимся людей нет. Они здесь просто, они задерживаются. Сюда приходят по-настоящему увлеченные своим делом профессионалы. Здесь привыкли жить и трудиться в полном соответствии с требованиями работодателей и на благо родной страны. Особое внимание практическому обучению. В колледже работают учебно-производственные мастерские, учебные лаборатории, а практику учащиеся проходят на ведущих предприятиях города и района. Учреждение образования сотрудничает с базовыми предприятиями, среди которых закрытое акционерное общество холдинговая компания «Пинскдрев», ООО «Стройтрест номер 2», ООО «Пинский завод средств малой механизации», ООО «Спецжелезобетон», ООО «Валище», «Почапово», «Снежицкое» и другие. В нашем колледже отличные преподаватели, они мастера производственного обучения, они любят учащихся и свои дисциплины. Также мы своевременно получаем медицинскую помощь, так как у нас есть свой медпункт. В нашем колледже есть столовая, в которой недорого и очень вкусно можно пообедать. Также у нас есть еще общежитие, в котором я нашел очень много друзей, и в целом жизнь в общежитии довольно-таки веселая. Всегда в почете спорт – это одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. В распоряжении учащихся 2 спортивных зала, шахматно-шашечный клуб, теннисные столы. Работают секции по волейболу, футболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису. Высокий уровень спортивной базы дает свои результаты. Учащиеся филиала становятся победителями и призерами многочисленных спортивных состязаний. Условия хорошие. В нашем колледже можно получить водительское удостоверение категории С и удостоверение тракториста-машиниста категории АБ. В нашем колледже отличные спортивные секции и много творческих объединений по интересам, участвуя в которых, вы можете получить надбавку к стипендии. Колледж за всю свою историю выпустил более 22 тысяч специалистов, которые работают в учреждениях профессионального образования, на предприятиях аграрно-промышленного комплекса, автомобильной отрасли и в сфере деревообработки. Трудоустройство по заявкам работодателей. В этом среднеспециальном учебном заведении можно освоить специальность техника, механика, эксплуатация автомобилей, техника, электрика, технолога деревообрабатывающих работ и сварочного производства. Распределение выпускников 100%. В этом году вступительная кампания предполагает набор учащихся после 9 классов на 4 специальности и после 11 классов на 3 специальности. Особенностью набора после 11 классов является то, что подготавливается специалист 2 квалификаций – техник-механик и также мастер производственного обучения. Хотелось бы также отметить, что в этом учебном году вступительная кампания проводится по конкурсу среднего балла документа об образовании. Абитуриентов ждут по адресу: город Пинск, улица Иркутско-Пинской дивизии 27. Прием документов на базе 9 классов начнется 20 июля и завершится 3 августа. Прием документов на базе 11 классов стартует с 20 июля и завершится 12 августа.